Гитлер воспринял это сообщение как угрозу национальным интересам Германии. Ужасающий конец неправедного рода, у которого надежды нет в день страшного суда. Долгая жизнь почитаться будет за мечту, поздняя старость окажется без почета. Дети прелюбодеев несовершенны, семена на беззаконной постели тлены и брены. Незаконно рожденный укоренялся ли когда, его ветви зачастую не давали плода. Жена, преданная пьянству, большая досада, склонная к исканию блуда. Эта наклонность узнается по поднятию глаз, для блудника ювелира ею веки драгоценный топаз. Дочь не имеет стыда, став крепкую ограду над ней, чтобы она, когда получит ослабление, не смогла заживо свариться в похоти бесовского котла. Жаждует томимый путник, открывая уста, пьет любую воду, так и она сядет около тенистого шатра, откроет колчан, чтобы вышла туда любая стрела. Рождаемые дети от связей беззаконных, свидетели разврата родителей при допросе их. Лучше умереть бездетным, чем иметь незаконно рожденных числом несметным. Не принесет пользы много нечестивых семей, прелюбодейный росток не даст глубины корней. Обманчива зелень его ветвей, вырываются ветрами, ветра на порядок сильнее. Рецепт прост: развратить общество. И пусть оно вымирает из-за венерических и психических заболеваний, из-за абортов и гормональных контрацептивов. А увлеченная погоней за сексуальными удовольствиями будет мало заботиться, чтобы вообще иметь детей. Эти идеи планомерно внедряются в сознание молодежи. Гитлер говорил: кто обладает молодежью, тот обладает будущим. Он пытался развернуть специальную кампанию по изготовлению и распространению дешевой порнографии на оккупированных территориях. Цель была проста: если детей развратить с молоду, то они не смогут создать нормальную семью. А если не будет нормальной семьи, тогда не будет и детей. И вообще, очень важно любой ценой повредить семью.